Вот такой ажурный узор мы сейчас с вами будем вязать. Он простой. Тут главное не сбиться, в какую сторону сдвигать арочки. Я думаю, первые 5 рядов свяжете, дальше поймете. Кстати, раппорт по высоте 5, по ширине 22 петли. Будете вязать вещь, делите общее количество петель на 22, тогда не ошибетесь. Вязать я буду из тоненьких ниточек крючком 1,5 миллиметра. Вот такой маленький. Для начала мы набираем 42 воздушные петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, 39, 40, 41, 42. Вот такая тесемочка у нас получилась. Теперь мы делаем 3 петельки для подъема. Раз, два, три. Начинаем вязать с 4 петельки. Раз, два, три, четыре. Четвертую петельку вяжем столбик с накидом. Один. Следующую столбик с накидом. Второй. Следующую столбик с накидом. Третий. Мы связали 3 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 петельки воздушной цепочки и в третью вяжем столбик с накидом. То есть еще 3 столбика с накидом в каждую по одному. 1. Два. Три. Опять 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 петельки. Вяжем 1 столбик с накидом. Здесь мы только 1 связали. Далее 2 воздушные петельки. И через 2 петельки пропускаем в третью. Еще вяжем в каждую петельку по одному, всего 3 столбика. Раз, второй и следующую петельку, третий. Опять 2 воздушные петельки. Через 2 петельки в третью мы вяжем еще 3 столбика. Раз, следующую 2 и следующую 3. То есть 3 столбика с накидом. 3, 3, 1, 3, 3. И вот когда мы 2 раза связали по 3 столбика с накидом, здесь мы вяжем 1 воздушную петлю. И через 1 петельку вяжем тот же самый рисунок зеркального отображения, то есть 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные, через 2 петельки 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И теперь у нас будет 1 петелька, столбик с накидом. Через 2, 1 столбик с накидом. 2 воздушные. И еще 2 раза по 3. Через 2 петельки вяжем 3 столбика с накидом. Раз. Следующую 2. Следующую третью петельку. Дальше 2 воздушные. И в конце 4. Также через 2. 4 петельки. Столбик с накидом. Раз.
два, три и последний, четвертый. Четыре. То есть вот с этими первыми воздушными для подъема у нас получилось 4 столбика, 2 воздушные через 2 петельки, 3 столбика, 2 воздушные через 2, 1, 2 воздушные через 2, 3 и так далее. Единственное у нас вот между, вот у нас здесь 4 по 3 столбика, между ними вот здесь вот 1, 1 воздушная, остальное все везде по 2, только между этими 4. Здесь вот мы пропускаем одну петельку и вяжем одну воздушную, остальные везде по 2. Переворачиваем вязание, вяжем 3 воздушные петельки для подъема. Пропускаем одну петельку, в третью вяжем столбик с накидом, следующий столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. Всего 3 столбика с накидом. Дальше 2 воздушные петельки и опять 3 столбика с накидом. Одну пропускаем, вяжем во второй столбик с накидом, в третий столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. То есть как бы мы нашу арочку, нашу дырочку сдвинули на одну петельку. Дальше вяжем 3, вот над этой петелькой, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В арочку вяжем столбик с накидом. Далее 2 столбика с накидом. 1, и во вторую 2. В этот не вяжем. Делаем 2 воздушные петли. И далее в арочку столбик с накидом. Еще столбик в первый столбик предыдущего ряда и во второй столбик с накидом. У нас получается как бы сужение, пойдет на сужение. Дальше мы вяжем 3, вот над этой одной петелькой предыдущего ряда 3 воздушные петли. И дальше опять идет, одну пропускаем, следующий во вторую столбик с накидом, в третью столбик с накидом, в арочку столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки, опять одну пропускаем, во второй столбик с накидом, в третью петельку столбик с накидом, в арочку столбик с накидом. У нас здесь идет на сужение и здесь пойдет на сужение, а здесь наоборот будет расширяться в серединочке. Дальше над столбиком предыдущего ряда 3 воздушные петли, в арочку следующую столбик с накидом и 2 петельки, первая столбик с накидом и над второй столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки и опять в арочку столбик с накидом, в первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом. Дальше 1 воздушная и соединяем столбиком с накидом последней петелькой. Вот что должно получиться во втором ряду. Переворачиваем вязание. Вяжем 3 воздушные петельки для подъема и 2 для арочки, тоже воздушные. Дальше мы пропускаем нашу арочку, первую петельку, и во второй столбик вяжем столбик с накидом. В третий столбик вяжем столбик с накидом и в арочку вяжем столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки, одну пропускаем,
во второй столбик с накидом, в третий столбик с накидом, в арочку столбик с накидом. Здесь мы вяжем одну воздушную петлю. Опять столбик с накидом в арочку, в первую петельку столбик с накидом, во вторую столбик с накидом. У нас соединился уголок. Дальше мы вяжем 2 воздушные петельки. 1, 2. В арочку вяжем столбик с накидом, в первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки, и вот в этой большой вот соединительной арочке мы вяжем 1 столбик с накидом. 2 воздушные, 1 пропускаем, во второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. Здесь у нас на расширение, здесь на убавление. Когда свяжете сантиметров 5-10 и уже поймете, как дальше делать, уже будет просто. Первые ряды немножко неудобно, а дальше будет просто. 2 воздушные петельки. Петельку пропускаем в следующую, столбик с накидом, в третий столбик с накидом, в арочку столбик с накидом. У нас вот этот рисунок здесь. Дальше 1 воздушная в эту же арочку столбик с накидом, первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом. 2 воздушные, в арочку столбик с накидом, в первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом, 2 воздушные и в последнюю петельку столбик с накидом. Уже начинает вырисовываться рисунок. Разворачиваем вязание. 3 воздушные петельки для подъема. В нашу арочку столбик с накидом. 2 воздушные. И начинаем также со второй. У нас же идет в эту сторону сдвиг. Значит, первую пропускаем, вторую вяжем столбик с накидом. 1. Вторую, то есть 3, 2 и в арочку 3. 3 столбика. Дальше 2 воздушные петельки. Также 1 пропускаем, сдвигаем арочку. 1, 2. Здесь мы просто провязываем в эту арочку, вот где у нас была 1 воздушная, просто столбик с накидом, никаких воздушных петель. И еще 2 петель. Всего должно быть здесь получиться 5 столбиков с накидом. У нас остался 1 столбик. Дальше берем 2 воздушные. Здесь у нас в эту сторону. Значит, мы в арочку вяжем столбик с накидом. В первую и во вторую петельку по столбику с накидом. 2 воздушные. Здесь мы должны связать 3 столбика с накидом. Значит, в арочку вяжем 1. Над столбиком предыдущим вяжем петельку. И в следующую арочку 1. У нас ровненько посерединке получилось. Дальше 2 воздушные петельки. 1 пропускаем. У нас идет на прибавление. Во вторую вяжем столбик с накидом. В третью петельку столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. Мы повторяем вот эту половинку. То есть у нас получается как бы
Две половинки. Первую связали и ту же самую, только в зеркальном отображении вяжем вторую. Теперь у нас должно быть 2 воздушные здесь и 5 столбиков с накидом. Раз, два, одну пропускаем и вяжем 5 столбиков с накидом. Раз, третью петельку, два, варочку, столбик и еще 2 столбика. Раз, два, 2 воздушные, варочку, столбик с накидом, еще 2 столбика, второй и третий. Далее 2 воздушные петельки и 2 столбика с накидом. То есть 2 пропускаем. И последнюю. Разворачиваем вязание, вяжем 3 воздушные петельки для подъема. Дальше столбик с накидом, варочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, одну пропускаем, сдвигаем и еще вяжем 3 столбика с накидом во вторую петельку, в третью петельку и в варочку. Дальше у нас 2 воздушные петельки, и из этих 5 у нас остается только 3, потому что мы сдвигаем с этой стороны в эту сторону, а с этой стороны в эту, на одну петельку. То есть здесь пропускаем одну, вяжем столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Здесь у нас остается петелька. Дальше 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом со сдвигом вправо. Варочку, столбик с накидом, в первую петельку столбик с накидом и вторую петельку столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки. Здесь нам надо из 3 сделать 5, то есть с этой стороны варочку вяжем столбик с накидом. Дальше 3 наши столбика с накидом вяжем. И с другой стороны варочку прибавляем столбик. Получилось 1, 3, 5. Дальше 2 воздушные петли. Одну пропускаем. Во второй столбик столбик с накидом. В третий столбик с накидом. Варочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и повторяем этот рисунок. То есть 3 петельки у нас должно получиться. Здесь двигаем на одну влево, раз петелька, 2 петелька и 3 столбика с накидом. Здесь получается сдвиг вправо, 2 воздушные петельки, варочку, столбик с накидом, первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки и у нас остается 3 столбика с накидом. Раз, два, в последнюю 3. Разворачиваем вязание, вяжем 3 воздушные петли для подъема. Далее 3 столбика с накидом. Раз, два и варочку сдвигаем, третий. 2 воздушные петельки и опять 3 столбика с накидом со сдвигом влево. Одну пропускаем петельку, во вторую столбик с накидом, в третью столбик с накидом и в варочку столбик с накидом. Дальше у нас будет 2 воздушные петельки. Из этих 3 мы берем только среднюю столбик с накидом,
опять 2 воздушные и сдвигаем вправо в арочку, столбик с накидом, в первую петельку, столбик с накидом, во вторую петельку, столбик с накидом, 2 воздушные петли. Эти 5 петель теперь нам надо поделить. 3 в эту сторону и 3 в эту. Между ними 1 воздушная петелька, как здесь. То же самое сейчас идет у нас, как первый ряд. То есть в арочку вяжем столбик с накидом. В первую, во вторую по столбику с накидом. Дальше над средней петелькой мы делаем воздушную петельку. Пропускаем ее и четвертую петельку предыдущего ряда вяжем столбик, в пятую петельку столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. Вот этот же ряд у нас сейчас идет, первый ряд. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, это раппорт высоту. Дальше 2 воздушные петельки. Во второй столбик, столбик с накидом. В третий столбик, столбик с накидом. В арочку, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Из 3 вяжем среднюю. 2 воздушные. В арочку. Первую петельку, столбик с накидом. И во вторую петельку. Столбик с накидом, 2 воздушные, в арочку столбик с накидом, первую петельку, вторую и последнюю на столбик с накидом. Три воздушные петельки для подъема. 1, 2, 3. И 1 петелька вот для арочки, как во втором ряду, воздушная. Дальше мы пропускаем 1 столбик. Следующий мы вяжем столбик с накидом. Следующий столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. То есть сейчас мы вяжем второй ряд. Точно такой же, как второй. 2 воздушные петельки, 1 пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом, в третью столбик с накидом, в арочку столбик с накидом. Так, так же как и во втором ряду, у нас здесь будет 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот они, 3. Дальше в арочку столбик с накидом, первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом, 2 воздушные петельки. То есть у нас заканчивается в арочку столбик с накидом, в первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку столбик с накидом. Здесь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем столбик с накидом, в третью столбик с накидом и в арочку столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Пропускаем петельку, сдвигаем влево. 1, 2 в арочку, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В арочку столбик, первый столбик столбик с накидом и во второй столбик столбик с накидом. 2 воздушные, в арочку столбик с накидом, первую столбик с накидом, во второй столбик с накидом. Дальше 1 воздушная и в последнюю 1 пропускаем, в последнюю столбик с накидом. Чтобы не перепутать, можно запомнить так, что вот 1 петелька у нас остается
Вот где одна будет. Над ней три. Три воздушные. И на следующем три. Дальше над одной три. Короче, в этом ряду по три. В остальных висех по две. Только вот в последних, вот когда заканчиваем рядочек, здесь вот. Вот здесь, здесь. По одной петельке. Вот уже получается красиво. Следующий ряд у нас будет такой же, как третий. Так, вяжите дальше, повторяя ряды. Увидимся в конце. Вот что получилось у нас. Такой ажурный узор. Конечно, можно вязать из хлопка, но лучше будет из хлопка.